Привет, в этом видео расскажу, как изменить ID своей страницы ВКонтакте, как изменить вот эту короткую ссылку, которая изначально у вас будет номер, просто вот vk.com/ID и набор цифр. У меня вот сейчас стоит здесь WebBAT. То есть как поменять вот эти цифры на действительно то, что вы хотите. Нажимаете вот здесь на свою аватарку, настройки, далее адрес страницы, нажимаете изменить или просто вот сюда на строчку, в любое место здесь нажимаете и можете ввести уже желаемый адрес страницы. Естественно, на английском языке. Также, если вы ведете тот адрес, который уже занят, ВК вам подскажет об этом. Вот здесь будет написано «адрес занят». Если же у вас кнопка «активно изменить адрес», то смело на нее нажимаете, и вы измените на тот адрес, который хотите. То есть вот здесь я могу что угодно. Вот слишком короткое имя мне ВК подсказывает. Например, адрес уже занят. Смотрите, здесь также можете увидеть свой ID страницы, который у вас изначально был. Это иногда полезно. И также обратите внимание, то, что иногда у вас может писать ВК то, что недопустимый формат. Что это значит? Вот здесь есть fuck you по как раз-таки вот этому ID страницы. Какой можно писать, какой нельзя. И вот недопустимый формат возникает тогда, когда начинается с трех и более цифр, то есть у вас одна или две цифры в начале допустимы, если вы просто, например, там написали 1-4 и потом какое-то имя, то окей, так можно делать. Но если у вас с трех цифр начинается, то уже это недопустимый формат. Вот видите, вот здесь написано. Начинается и заканчивается символом вот таким, то есть это тоже нельзя делать. И также содержит точку, после которой расположено менее 4 знаков, начинающихся с буквы. Вот как раз таки с помощью вот этих подсказок вы можете избежать еще многих вопросов по поводу недопустимого формата при смене своего ID в ВК. Спасибо за просмотр. Если видео было для вас полезным, не забывайте поставить ему лайк и подписаться на этот канал. Здесь будет еще очень много роликов. Хочется добить уже наконец 1000 подписчиков. Всем удачи. Пока.